Дальневосточные рыболовы привезли в Екатеринбург более 30 видов морских деликатесов. С 3 по 6 мая в Коске России можно попробовать и купить редкую для уральцев рыбу зубатку, киру, чевычу, а также любимую многими корюшку и палтус. Благодаря необычному методу копчения деликатесы сохраняют особый вкус. Вся продукция на завод поступает в охлажденном виде, далее подвергается обработке и коптится все на вишневых яблочных опилках. Отдельного внимания, по словам продавцов, заслуживает камчатский дикий лосось чевыча. Необычайно вкусная рыба богата полезными витаминами и минералами. Свежие и вкусные морепродукты радуют наших горожан не первый год. Для многих покупателей камчатская рыба уже стала любимой. Покупала рыбу трех видов. Рыба мне понравилась очень, и моей семье тоже. Элитные сорта икры киты, горбуши, косички из морского кальмара и дальневосточную рыбу можно продегустировать в павильонах «Дары Камчатки» в Екатеринбурге у главного входа в Коск Россия с 3 по 6 мая. Yeah.